Что-то, друзья, ночью мне как-то определенно не хочется уже копать. Смотрите, сколько их тут. Этот лысый бродит. Так. Ну-ка, сейчас пройдемся. А, вот еще один бегает. То есть раз, два их бегает. Вокруг моей базы именно. И где-то тут третий шлялся. Короче, все становится горячее и горячее. Зомби ночью столько появилось. Это вообще абзац какой-то. Многовато довольно-таки. В общем, ночи, друзья, у меня тут веселые определенно. Приветствую всех, уважаемые зрители, гости, подписчики моего канала. С вами Черный Металл, игра Seven Days to Die. И у нас ночь Орды. Я сделал гамму до 165%. Чтобы повиднее ночью было. Мне, я вам когда-то говорил, мне очень интересно, как психушка будет выдерживать там одну или две Орды. По сути, мне вот этот вот овраг интересует. Будут они его прокапывать? Не будут. Домик-то я там все строю, но у меня есть идея еще там пару вещей построить. Ну и для этого надо знать, вот на такой хрени, как они будут реагировать. Откуда вопросы не побегут, правда? Ага, вон они оттуда побежали. Кто побежит? Ну, скажу так, все оружие. Можно было бы получше выбрать. Да ладно, босс что ли? Погоди-ка. А их многовато, кстати. Это интересно даже. Так, мне сейчас интересно другое. Мне надо как-то получать уровни. Не знаю, попробуем, конечно, зомби погасить уровни, пополучать, так сказать. Но нужно, нужны уровни. Так, ребят, давайте сюда. Концом мир, май клайни швайна. Их и додумаются сюда забраться или нет, вот мне интересно. Чё-то мне начинает казаться, что нет. Там с лестницей проблем нет. А вот они стоят нормально. Так. Убить 25 зомби вот этой пуколкой надо мне. Вот что значит полностью непрокачанный автомат. Убил я его, что ли? Убил я не зомби. Понятно. Квест просто тупо заглючил. Ясненько. Это, конечно, грудь, что квест заглючил, но бывает. Ребята, а чего здесь так мало вообще? Побольше хотел. У меня коктейли Молотова с собой есть. Гранатомет. Че это, блин, все зря брал? Да ладно вам. Давайте хоть одного подпалим, а. Как это будет работать? Ладно. О-о-о-о, побежали, побежали. Молодцы, ребята. Чувствую коктейли молота им как-то до одного места, да? Yeah.
Да. Понятно все, короче. Да. Лично мне все очень понятно. Так, где вы там все шумите, ребятки? Так, ладно, давайте-ка наружу вылезем и посмотрим, что там творится. Кстати, игра сильно не лагает, обратил внимание. Зомби, по идее, должно быть здесь столько, что дальше ехать некуда. Да. Конечно, зона для обстрела здесь капитально фиговая. Опять бы к вам так забраться. Куда вы бегаете? Да подожди, постойте на месте, там в левом углу, в правом углу. Эй, доггер. О, молодцы какие мои. Ага, они кусать пытаются, гады. Я никогда не думал, что мне будут мешать этот забор дурацкий. Не, ну доггеров, смотрите, он и жарит. А, этот живой. Был. Не, ну слушайте, доггеров-то и жарило хорошо. Ты так со мной не прикалывайся, друган. Ладно. Пошли-ка в другую сторону их отведем. Ага, вон они где, да? Дружную гурьбою. Кстати говоря, в пачке не так много зомби, я вам скажу. Как бы мне с вами поиграться? Надо как-нибудь придумать это. Еще было стоя на камушке, там всех расстреливать, да? Значит, тоже начинает так казаться. Так, ребятки, привет всем. О, кстати, надо запомнить, сколько зомби-то у меня было. Так, у меня было убито зомби. Так, 2819, 2800, скажем честно. А теперь коктейль молотов давайте. О! Видите, парни, я тут просто никак не мог ни на ком его пробовать. Так, а теперь вот это. Не, ну вот эти гранаты мне уже нравятся. Не, неплохие гранаты, кстати говоря. Это РГДшка. Блин, она лучше некоторых эфок в некоторых играх. Так, кстати, мне вот всегда было интересно, а почему вы наконец-то гранаты не ввели? Я вот что-то как-то недопонимаю вот этого вот момента. Всегда было интересно. Так, я их убил практически 7 гранатами, да? И у меня 836. Ну слушай. Нормально. Напомню, друзья, это уровень сложности Insane. Ну да, версия игры 16.4.
Хотя на каждой версии игры ясно и четко показывал, что в этой игре... Ух ты, как я далеко-то лутать могу. Ну-ка, ну-ка. Где там все остальные спрятались-то? Давайте-ка наверх сходим. Что-то я не понял. Ребят, вы где? Так, один доллар есть. Так, я не помню, было задание на убить Доверу? Вроде нет. Слишком много разных заданий у меня было. Я там все, которые можно было, только почитал. Ой, как они там тусуют-то. Слушайте, я смотрю, Доггерам нравится эта ловушка. Знаете, она как липучка на мух. Ну, тут, точнее, липучка на Доггера. Довольно-таки забавно. Ага, то есть они решили сделать поумнее, да? Они оббежали. Ой-ой-ой-ой, партизан это. Так, ребят, давайте идите сюда. Мне надо как-то прокачиваться. Я никак не могу понять, как в этой игре вообще уровень-то реально поднимать. Цеп-цеп-цеп-цеп-цеп-цеп-цеп-цеп. Цеп-цеп-цеп-цеп-цеп-цеп-цеп. О. Я могу в этой игре хоть наконец-то нормально пострелять. Мне последний раз получалось нормально пострелять. Это вроде когда Валмут заканчивал. Сделал себе такую арену в центре города. И там бегал, стрелял. А так экономить боеприпасы, то-то. Ну, веселишься вообще. Тут хотя бы хоть какое-то развлечение, знаете. Потому что хардкор хардкором. Я-то думал, я найду мод менее хардкорный. Опс. Чудеса. Так, что у меня там зомби было? Так. 855. А то писали то, что от этого ничего не бывает. Ладно, наблюдаем. Хорошо горят, да? О, повеселиться можно хоть. Хоть кто-то тут сдох вообще, вот мне интересно. А, нет, кстати говоря. Значит, получается, это все-таки идет ко мне. Отлично. Тогда давайте вот так вообще поступим. Здорово, парни. Пока, парни. О, живучие какие. Я смотрю, гранатомет тоже как-то их не сильно берет. У меня, правда, патронов там уже до одного места гранатомету. Но пистолетом-пулеметом кого-то убить тяжело. Да я определенно точно скажу. Нафига он нужен, даже понять не могу. Просто патроны, наверное, надо. О, вояки, друзья, вояки пришли в этот раз. Все-таки немного я посмотрю. Слышь ты, шлак-то, а?
что шумим? Это к вопросу о том, что бывало задавали мне вопрос, почему я делаю так, почему я делаю так. Ну, также опять вопросы лута касались. Ну, я объясняю, еще раз объясняю. Лут, он не сделает там сложность игры. Он просто замедлит ее все. В этой игре, как и в любой другой, вы должны получать удовольствие, веселиться. Если вы будете получать удовольствие от 25% лута, да ради бог. Я как бы уже в эту игру столько наигрался, что ну, у меня уже вот это вот удовольствие 25% лута уж никак. Мне что-нибудь поинтереснее подавай. Например, могу поездить, пострелять. Я лутать люблю. Лутать, более-менее строить. А в этой игре выживать, ну, можно с помощью некоторых модов, конечно, повыживать, но это такая интересная задачка. Я себе тут могу залезть. Мужик, ты стой там, я тут пока полазю по твоим собратьям. Я так полагаю, это только сплошные эти, да? Ты не достаешь так? Ну же, я в тебя верю. Так. И так светло, с фонариком еще белый. Я понял, надо опять их, короче, выводить на пробежку. Зомбоморды. Так, что у меня там? Переплавилось все. Отлично. Я как раз заберу печки. Здесь я недолго забираюсь. А, блин, 15 секунд. Что-то непонятно, как с этим временем забирает то он это, забирает то он то. Ну да ладно. И да, я практически собираюсь окончательно переезжать на новое место жительства. Потому что время уже пришло. Ага, а вот где второй клепец был, да? Да, кстати, здесь печки подправлены. В общем-то, если в печке что-то остается, вы ее забираете. Внутри вот инструмент, они к вам сбрасываются. Сейчас вот на примере дерева покажу. Раньше такого не было. Вот видите, дерево сбросилось. Сейчас оно есть, и довольно-таки это удобно. Собачка! А что ты там делаешь? Нехорошо. Так, мой мопед вообще стоит там или нет? Я вот понять не могу. Вроде да. Кстати, они побежали со стороны, где у меня стоял мопед. А почему? Как-то мне это не очень-то сильно понятно. Ребята, вы где? Я смотрел. Я хвостик подпалил. Бедный песик. О! И это было? Я понял. Погоди, а что сейчас произошло? Какого лешего я загорелся вообще, в принципе? Зашибись. Мне нравится. Так. А вот что-то уже странное происходит. Очень странное, я вам скажу. Нормально горят. Не, ну зомби сжигать молотовыми коктейлями, это вообще без вариантов, друзья. Тут надо делать упор на турели. Что вы сами прекрасно видите, что их мощность это просто звездец.
А, он жив до сих пор? Да нифига себе. Просто ног лишился. Не, ну это им как-то пофигу. Вот от гранат РГД мне неплохо, кстати, помирают. Ну-ка тебе таблетку сразу. Нормально. Вот где они там шумят, я понять не могу. Так, убери-ка эту пуколку куда-нибудь подальше. Ага. Challenge complete. Kill Walmart. Что-то там. А, порядок. Так, давайте их немного погоняем. Они там что-то расслабились, смотрю, в одном месте стоят. Ходим, выходим. Только собаки вышли. Ну, вы прикалываетесь, что ли? Нифига себе, она живучая. И та выжила? С чего мне их крошить тогда получается? Забавно. Как видите, сильных пока зомби нету. Понятно все так. Теперь можно их сюда заводить, раз они там расширили своими булками. Я пока домик не дострою, буду их так гонять по приколу, чтобы патроны не расходовать. О, смотрите, как прибежали, молодцы. Так, надо, короче, себе этот пулемет нормально до ума доводить. И я хотел попробовать вот что. Немного сделал я взрывных болтов, друзья. Ни хрена не рубят. Что, серьезно, что ли? А, ну тут плюс еще и арбалет, друзья. Я, да, совсем забыл. Просто я вспомнил то, что я в этом... Starvation, когда пробовал арбалет во всех частях, которые играл. Короче, фуфло такое было, что дальше ехать было. Да неплохо, неплохо получается. Тут арбалет дает бонус, да? Получается. Угу. Неплохо, конечно, он дает бонусик, но желательно очень другой. Так, вот вообще-то. А, ну всех, как всегда, не отреспивается здесь. И почему я передумал жить, кстати, в психбольнице? Я тут крышу решил разобрать и понял то, что и как дом держится. То есть используется старый, друзья, баг. То есть получается здесь крыша, она примерно вот раз, два, три, четыре, пять блоков, короче, крыша высотой. И получается то, что игра багует, когда столько блоков на высоте. Это проверялось уже неоднократно. Движок Unity просто багует тупо, и здание может даже в воздухе висеть. Давайте, ребят, перебегаем, перебегаем. Чего мы стесняемся? Это здание красивое, могу сказать сразу. Мне оно очень нравится. Но... О-о-о! Мужик пришел. Здорово, мужик. Да. Видимо, так кого-то убить не получится. Ладно. Он, походу, там уже наверху тусует. Слушайте.
Полицейский. Так, а сколько я очков-то получил? Я все очки кому-нибудь... О, смотрите, 15 очков уже получил на халяву. Только на заданиях. У меня очков там вообще не было, кому интересно. Так, все, давайте сюда, ребят, я вас жду. Где вы там? Дружною гурьбою идите вы ко мне. Молодцы. Они мощнее, походу, стали. Ночью очень много появилось зомби-боссов. Я последний раз насчитал два штуки, вам показал. Но там их по 3, по 4 я встречаю зачастую. Днем довольно приличное количество волков начало встречаться. Довольно-таки забавно становится. Надо потом съездить в город на ночь и посмотреть, что в городе. В общем-то, после серии Орды будет серия поездка торговцам. Я посмотрю, что у них там можно купить. Потом будет 2 дня. Это мы поедем опять по магазинам, по городам. В тот город большой, который в скорейшем биоме, пока эти чудики веселятся, я пока ехать не хочу. Оставим его на самое вкусное, потому что есть еще один здесь город. И в него бы не помешало бы и съездить, наверное, да? Да вот город есть, мы его так и не долутали. Вот здесь торговый район стоит. Здесь вот магазинчик. А, вот тут, наверное, сюда-то изгоняем чугового-то парень. Так, здесь вроде все долутали, да? Ага, так, вы там... Как, ребята? Гоу-гоу-гоу ко мне. Не думайте, не мечтайте, я тут с вами бегать не собираюсь. Я бы хп хотя бы поднять. 110. И то будет неплохо. А то я со своим умением подыхать, особенно по ночам, зомби-боссов как-то не получается. Ага. А это еще и двигается вдобавок. Ладно, за сколько-то времени хотя бы разрабы поставили красивое звездное небо. Да куда вы там, блин, делись? Давайте сюда идите. О-о-о, ОМОН пошел. Блин, как они тут шустро-то выпрыгивают. Я знаю, что они там пытаются разрушить. Так, давайте-ка сюда отойдем. Надо бы сделать тут вот такой мостик. О-о-о, вылезла дядя. Дядя. Слушайте, он что, ночью сильнее, что ли? Я понять не могу. Походу дела. Походу ночью зомби намного сильнее. Что-то изменилось. Ребята, я тут, а. Зомбики, вы там где? Да. Никакой совести не имеет, а? Ну, друзья, вследствие того, что, как вы видели, что с этой ордой тут происходит, дурдом целый, я вам следующую орду показывать не буду, скорее всего, потому что я также отсижусь просто в этом домике. Покажу кратенько перед началом крыльца. Просто, что они сделали с психушкой, мне просто это интересно посмотреть, что они здесь могут раскудрявить. Здесь есть подвал. Забегут ли они в подвал? Раскудряют ли они все в подвале? Вот это вот меня интересует. А так, по большей части, это лабуда. Давайте я тут дождусь, короче, 4 часов. И потом посмотрю, покажу вам, что они тут в подвале сделали. И добьем оставшихся. Отходит наше времечко. Перезаряжаемся.
дробовичок. Арбалет. О, блин. Не-не-не. Вот же, блин. Вылез ежик из тумана. Нифига себе, там еще на собаках. Так, а вот с собаками надо будет сейчас поаккуратнее как-то. С ними может быть проблема определенная, да? Опа! Где? Вообще помри. Нифига тут собак! Ёшкин ты матрёшкин. Чё собак-то так много? Фига себе, сказал я себе. Японский собак, да сколько вас тут? Так, ребят, собираемся в одну кучку дружную, да? Молодцы. А вот теперь вот так. Не, неплохо этот гранатомёт даёт джазу. Да-да-да-да-да-да. Смотрите. Дружно, дружно, дружно в ряд, акробатов стройотряд. Не, ну мне вот, конечно, арбалет прикалывает этим. Нормальная тема. Вообще-то вот так вот будет немного по эмпозитнее, да? Так, секундочку. Сейчас я пристреляюсь. Сейчас, мы их тут развальцуем по-бринькому. Идите сюда, идите сюда. Теперь ты сюда. Так. Теперь берем веселый наш ножичек. В первую очередь собачек надо разделать. Мне все-таки жирок приносит. И кожицу. Эта кожа мне нафиг не нужна, вот жир пригодится с мясом. Тухленький, ну все ж. Мясо есть мясо. Здесь. Лимонадик. Слушайте, а толстички-то прикольные. Мне, как всегда, есть что-нибудь перекусить. Надо будет это запомнить. Тухленький. Вообще не интересует. Ну, пластик так себе. Мне в таких количествах пока не нужен. Ладно, пошли-ка. Далее по списку. Песик, песик, песик. Слушай, а как долго лежат трупы-то? Так, что у нас с ловушкой? Ловушка вообще не повреждена, кстати говоря. Да, она не повреждена. Слушайте, получается, они неуязвимы, что ли? А это будет интереснее, я думаю. Так, меня интересует коп, которого я здесь завалил. Вот он пропал, да? Жалко. Ой, как они все раздраконили-то, ёшкин ты матрёшкин. Ха. Прикольно. То есть бетоном вообще ни разу не помеха. Так, погоди, а здесь что-то было или здесь была стена? Да, конечно, вопросы интересные. Здесь, походу, была просто тупо стена. Они просто тут сделали проход еще один. Ёшкин ты. Ё-ё-ё. Так, где здесь лестница была на низ? А вот она. Что внизу вы натворили, давайте рассказывайте. Ну, два стола снесли, ладно, фиг с ним. Здесь ничего не натворили. Здесь ничего не натворили. Ну, вот так, друзья, они вот, видите, ничего понатворяли. Или это здесь уже было?
Но бетон они спокойно разрушают, я вам скажу сразу. Ну, ладненько, буду на этом, пожалуй, заканчивать такую серию Орды. Следующая серия это будет сборочная поездка по торговцам. Еще надо поехать, посмотреть, чего они продают. Насчет книжки про бур я не знаю. Что попробую клад откопать, может она там еще будет. А что-то мне кажется, что ее придется как-нибудь консольной командой доставать. Креатив я лазить боюсь, чтобы мир не сломать. Я уже столько книг, друзья, нашел, на книжку на бур не найти. Ну, это, блин, безумие чисто. Может, повезет, может, не повезет. Хрен его поймет. Что ж, кому понравилось, ставьте лайки, комментарии, просто оставляйте под видео на ютубе. С вами был Черный Металл. Всем удачи, всем пока.